Про лечение я узнала от молодого человека, который уже 2-3 недели ходил, предложил мне. Я вспомнила, что у меня есть боли в спине и решила попробовать. После первого сеанса я почувствовала непонятные симптомы для меня. Это было просто для организма легкость, а для меня непонятность. Я держала при этом спину ровно, как и шею. Так прошло 2-3 сеанса и наступил перерыв. А в нем я почувствовала, как мне было хорошо и как плохо мне было до вообще сеансов. И через некоторое время мы возобновили сеансы, и после них я почувствовала огромную легкость, хоть и было опять непривычно поначалу, но я знала, что это так и будет, и я уже с привычными ощущениями чувствовала огромную легкость.